я согласен с Павловичем, театр должен заставлять сопереживать. Театр должен заставлять думать, наверное, да. Но вот я за то, чтобы зритель думал после того, как он вышел со спектакля. Вот он вышел бы и сказал: черт, а как я живу? А вот что у меня в жизни было такое? А вот у меня же вот что-то такое... Чтобы они плакали в зале сидели, чтобы они смеялись в зале сидели. Чтобы они сопереживали тому, что происходит на сцене. Вот о чем. А сидеть, наверное, такое всякое искусство, возможно, я ничего не говорю, но сидеть в зале и задумываться, что ты хотел мне сказать этим. Что ты сейчас вот... И вот 20 минут я буду, значит, я уже все дальше идет, а я буду думать, что ж ты мне там ревус-то такой загадал-то, что же это? Хочу смотреть, слышать, видеть, чувствовать, чтобы моя душа отзывалась, сердце отзывалось, и на это реагировать. Понимаете?